Указанный проект решения был обсужден ранее, по нему были назначены и проведены публичные слушания. Все в основном обусловлено всеми изменениями в 131 федеральный закон, содержащийся норму в 125 статье Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что органы, от органов местного самоуправления могут выступать, они могут выступать только от имени муниципального образования. Уважаемые депутаты, будем внимательны. Для внесения изменений в устав нам нужно 15 голосов. У меня можно три вопроса? Пожалуйста, все можно. Первое – это о посещаемости комиссии. Около второй школы строили стадион, то во всех газетах, во всех СМИ писали, что это будет стадион общего пользования для развития молодежи и детей. Когда построили данный стадион, снесли все турники, поле футбольное, поставили новое красивое под забором, его закрыли, и пользоваться дома нашего микрорайона, а там идет и 5-й округ, и 6-й округ, и 4-й округ, то есть мы, ну, дети стали недоступны к этому турнику. Детских площадок практически нету, и дети теперь уже сидят на скамейках, правильно, покупают пиво, курят, никакого спортивного развития нет. Значит, 12 октября приняли решение изменения в бюджет о выделении 500 тысяч рублей на ямочный ремонт в поселке, в микрорайоне, извините, Каскаловка. Что-то никак, ничего не вижу. Сейчас опять возобновились звонки, и жители этого округа бесконечно звонят и спрашивают, все-таки как же можно сделать вот это освещение, ну вы знаете, о чем речь идет. Я понимаю. Да. Или повернуть свет вот на эту дорожку, чтобы люди все-таки ходили по этому тротуару. Как у нас, у первой школы, мы убьем скоро эту площадку, потому что за ней никто не следит. Все сетки там порваны. Заседание объявляю закрытым. Максимова Ольга тоже был день рождения. Мы поздравляем Ольгу. Здоровья, счастья, любви, успехов.